Здравствуйте, в эфире новости на МТРК. О событиях к этому часу расскажут мои коллеги, я Игорь Мукашева. Вот главная тема. Дай взятку и торгуй без справок и документов. В Петропавловске поймали нечистого на руку ветинспектора. Какое наказание он понес? Накануне Дня машиностроения МТРК побывал на ведущих промышленных предприятиях. О нелегком труде заводчан расскажем. Новая жизнь старого дома культуры. Чем центр досуга в Смирново удивил сельчан? Защитники госслужащих. Должность уполномоченного по этике появилась в Казахстане в 2017 году. Они беседуют, разъясняют и стоят на страже интересов госслужащих. Следят, чтобы руководство не заставляло сидеть на работе до поздней ночи и трудиться в выходные или праздники. А такие случаи были. Кому госслужащие могут обратиться за помощью и консультацией, расскажем в следующем сюжете. Должен быть честным, справедливым, скромным. Слово «должен» в Этическом кодексе госслужащих встречается часто. От внешнего вида чиновника и публикаций в его социальных сетях до поведения с коллегами и подчиненными. В общем, должен госслужащий много. Но главное, должны слушать людей, не тянуть с ответами, вести себя культурно, не грубить и не хамить. Все-таки работают государственные служащие на благо государства и народа. Об этом чиновникам напоминает уполномоченный по этике. Должность в нашей стране появилась 3 года назад по инициативе Ельбаса. Вся деятельность уполномоченного по этике в конечном итоге направлена на предупреждение, как уже упомянул, и профилактики коррупционных правонарушений, нарушений этических норм, повышение доверия народа государству, государственным институтам, минимизация рисков конфликта интересов, а также рассмотрение обращения граждан. Уполномоченный по этике не каратель госслужащих, а защитник и советчик. Сейлхан Серикбаев провел почти 200 консультаций с гражданами и чиновниками. Поступали к нему и жалобы. 21 обращение касалось нарушения служебной этики. Узнать, что происходит в стенах управления, помогают доверительные беседы и анкетирование. Последнее анонимное. Повышает ли руководитель голос, а может заставляет решать его личные вопросы или работать в выходные и праздники, если такие факты. Факты есть, анкетирование поможет о них узнать. Так выяснилось, что актуальной проблемой все еще остается переработка. Зачастую государственные служащие, это никому не секрет, остаются после положенного срока рабочего времени. То есть у нас, если определено начало работы 9 часов, окончание 18:30, зачастую бывает, мы проводим профилактические проверки, остаются до 20 часов, ну, и более. Пришло срочное задание или госслужащий сам не успевает сделать работу за 8 часов. В любом случае, трудиться сверх нормы можно только с письменного разрешения сотрудника. В начале года уполномоченный по этике проверил 23 управления. 8 госслужащие задерживались на рабочем месте дольше положенного. Сейчас они на особом контроле. Если у вас есть вопросы или вы хотите сообщить о нарушениях, можете обратиться к уполномоченному по этике. Телефон указан на экране. Айгерим Мукашева, Михаил Казначеев, новости МТРК. Токари, сварщики, мастера участков. 27 сентября свой профессиональный праздник отметят специалисты сферы машиностроения. В Петропавловске на предприятиях такого профиля трудится около 2000 человек. Каждый год их ряды пополняются новыми молодыми кадрами. С теми, кто вместо офиса и костюма выбрал заводскую форму и работу с металлом, познакомилась моя коллега Дарья Пышмынцева. Почти как на настоящем предприятии. Частично схожее здесь и оборудование. В машиностроительном колледже Петропавловска ставку делают на практику. Ведь изучать только в теории, как поведет себя тот или иной станок, недостаточно. После первого, даже небольшого успеха, студенты начинают хотеть по-настоящему учиться. А это уже полдела, считает Николай Гордин. Мы имеем 16 договоров. Это очень даже хорошо. В соответствии с этими договорами наши студенты проходят производственную практику на предприятиях, на этих предприятиях. Далее у нас очень хорошие договорные отношения с Северо-Казахстанским государственным университетом, где студенты машиностроительных специальностей проходят у нас практику. А мы им прививаем, что студенты, если будут
хорошо учиться, проходить практику своевременно, выполнять все наши требования, они трудоустраиваются. За всем этим стоит большая кропотливая работа преподавателей колледжей, тех, кто трудится на производстве, куда потом и приходят молодые кадры. Виктор Обревко перешел из учебного цеха в настоящие 6 лет назад. 25-летний заводчанин сначала практиковался на ПЗТМ, затем решил устроиться сюда на работу. О своем выборе не жалеет, хотя поначалу не до конца был в нем уверен. Семенцов Иван, он хорошо мне это поднатаскал, и было интересно работать, он сам хорошо... разбирается в станках, интересно было наблюдать, и опыта тоже набрался от него много. И коллектив хороший. Я работал на капитальном участке, и это ремонт станков полностью с нуля, это было тоже интересно. Это как лего. Потом Виктор стал монтажником и параллельно инстаграм и ютуб-блогером. Он не ожидал, что настолько сильно полюбит работать с металлом и сможет в свободное время воплощать самые смелые свои идеи, связанные с вымышленной вселенной Marvel. А коллеги давали какую-то оценку твоим работам, интересно? Говорили, что классно, получается, круто. Постепенно видели мои поделки. Где-то сложно, иногда страшно, но на деле возможно. Через эти 3 стадии проходят все молодые специалисты, рассказал сотрудник Петропавловского завода тяжелого машиностроения Максим Плотников. Сейчас на предприятии трудится около 900 человек. Примерно 20% из них с небольшим стажем. У меня сейчас 6 студентов на практике. 2 станочника широкого профиля и 4 слесаря-ремонтника. Парни, в принципе, приходят с неплохой базой, с нормальными теоретическими знаниями. Наша задача здесь – дать им практические навыки работы. Их за 6 лет приобрел Николай Слободенюк. Опытом также делится с новичками. На ЗИК-100 мастер трудится вместе с братом, который помог ему с выбором профессии. В течение 2 лет я работал слесарем, набирался опыта. И потом мне предложили должность мастера участка. Мастером участка работаю уже 4 года. Для меня это было как бы страшновато, такое производство, конструкции, все движется. Я вообще пришел, подумал, что здесь можно руками делать. Рабочие руки предприятию, которое меньше чем за полгода восстановилось после сложнейшего кризиса, очень нужны. В апреле завод активно искал кадры для выполнения краткосрочного заказа. Тогда численность сотрудников удалось довести до 1500. Но это не предел. В расширении штата здесь заинтересованы. В октябре месяце подписываем долгосрочный контракт на 2000 платформ. Также ремонт колес у нас, долгосрочные контракты. Контракт будет у нас порядка 50 с лишним миллиардов тенге. То есть ждем, пользуясь случаем, ждем специалистов к нам на завод. Работы очень много. Заработная плата у нас достойная. Весной мы подняли всем работникам на 20%. Заводу нужны сварщики, слесари по металлоконструкциям, электрики, технологи, мастера участков. Машиностроение – сфера, которая по-прежнему остается востребованной. Сейчас в Петропавловске на профильных предприятиях трудятся примерно 2000 человек. Дарья Пашмынцева, Жулдызбек Ермуканов, новости МТРК. Без шаров, концерта и конкурсов в селе Смирново состоялось открытие обновленного Дома культуры, который теперь носит статус культурно-оздоровительного центра. Из-за пандемии это получилось не так торжественно. Всего в Акаинском районе на перепрофилирование многофункциональных объектов понадобилось около 5 миллионов тенге. Команда МТРК в числе первых побывала в обновленном центре спортивной и культурной жизни главного села района. Это уже не тот Дом культуры с привычным залом и рядами кресел. Такой устаревший формат в прошлом. Культурно-оздоровительный центр открыл свои двери как для любителей творчества, так и для спортсменов. Перемены заметны повсюду. У нас была обновлена напольная плитка на 2 этажах. Это уже нужно было, потому что она пришла в негодность. Было восстановлено противопожарный водопровод. Он отсутствовал в районном доме культуры. Замена стеклопакетов на фасадной части здания полностью была. Замена ограждения. Система отопления у нас заменены котлы. По перепрофилированию организации по поручению акима области был закуплен спортивный инвентарь на сумму 1 миллион тенге.
Возможностей для проведения досуга у сельских жителей стало больше. На первом этаже, казалось бы, все та же концертная сцена, но уже с современным освещением и LED-экраном. Второй этаж центра теперь не только место для организации культурных мероприятий. Его разделили на спортивные зоны. Любители настольного тенниса смогут устраивать турниры, впрочем, как и те сельчане, кому ближе интеллектуальные игры. Зал хореографии тоже теперь два в одном. Для этого его расширили. В первой половине дня здесь будут заниматься хореографией, вечером придут те, кто на «ты» с фитнесом. Важный момент, связанный с комфортом посетителей. Внутри здания появились санузлы. Поскольку открытие, принимаем заявки на занятия в фитнес-зале и здесь. Параллельно в культурно-оздоровительном центре ищут новых сотрудников. Объект многофункциональный, поэтому штат работников необходимо увеличивать. Напомню, переформатировать все дома культуры – поручение главы региона. В ремонт этого объекта вложили 25 миллионов тенге. Также ремонт кровли Власовского сельского дома культуры у нас проходил. И идет ремонт, продолжается ремонт Киалинского сельского дома культуры. Организованы культурно-оздоровительные центры при домах культуры, при сельских клубах. У нас таких получается 4. До оснащения где-то порядка 5 миллионов ушло. Всего в этом году в Акаинском районе отремонтировали 4 культурных объекта. Дарья Пушманцева, Рустам Тлеужанов, новости МТРК. Безопасная дорога. Оперативно-профилактическое мероприятие под таким названием проводят полицейские. Акция продлится с 22 по 24 сентября. В эти дни на автодорогах области увеличится плотность снарядов патрульной полиции. Как показывает статистика, одна из основных причин дорожных аварий – превышение скоростного режима. Местных лихачей это не останавливает. Около 4000 любителей быстрой езды привлекли к административной ответственности. Еще 645 североказахстанцев задержали за вождение в нетрезвом виде. Им грозит наказание в виде ареста на 15 суток и лишения водительских прав на 7 лет. Почти 800 тысяч тенге штрафа заплатит госслужащий, который за 2 месяца успел получить 6 взяток от городских предпринимателей. Деньги он брал в ветеринарной лаборатории одного из рынков города. Взамен разрешал там торговать мясной продукцией без специальных на то документов. Подробности узнаете прямо сейчас. Откаты госслужащий получал от продавцов мясной продукции, которые торговали без специальных документов на рынке Дария. За это он закрывал глаза на нарушения, обещал покровительство. Деньги нечистый на руку специалист просил символические от 1 до 10 тысяч тенге. Сумма зависела от количества туши и вида мяса. За 9 дней, как показала проверка, мужчина получил взятки 6 раз. 11 сентября текущего года приговором Петропавловского городского суда к штрафу в виде 35-кратной суммы взятки, то есть это соответствует 787 500 тысяч тенге, то есть и соответственно ему было назначено наказание в виде штрафа с запретом занимать должности на государственной службе. Свою вину экс-главный специалист ветеринарно-санитарного инспектора отдела по контролю приграничных постов признал полностью, раскаялся. Понесло наказание за своего подчиненного и руководство. К строгой дисциплинарной ответственности привлекли руководителя городского отдела ведомства Акпана Кусаинова. Завтра, возможно, последствия очень большие. Мы все это осознаем, признаем. Это связано и со здоровьем населения, потребителя непосредственно, где могут быть факты отравления пищевого, которые могут привести до смертельных случаев. Мы сделали график ротации на рынках, не только на рынках, на всех крупных объектах, где наши контролирующие ветеринарный контроль осуществляют, с тем, чтобы человек, инспектор, занимая на этом месте, не привыкал к своему, будем говорить, объекту. Это, утверждают специалисты, существенно минимизирует коррупционный соблазн среди госслужащих. А еще в профильном ведомстве планируют внедрить систему карманных видеокамер. Она позволит следить за работой каждого сотрудника инспекции. Абай Альжанов, Вадим Петков, новости МТРК. Статус участковых инспекторов повысят в Северном Казахстане. Об этом заявил начальник департамента криминальной полиции МВД страны Думан Таев. На встрече с руководителями подразделений ведомства он обсудил задачи, обозначенные президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в сентябрьском послании. Подробности в материале пресс-службы областного профильного ведомства.
узнаваемый, доступный и авторитетный для граждан. Именно таким должен быть участковый инспектор. Для повышения статуса уже сейчас принимаются меры, в том числе и расширение социального пакета. В основе работы Анискиных должна стать сервисная модель, формат которой предусматривает усилия слышать людей и оперативно реагировать на их нужды. Следует повысить статус участкового инспектора, предоставить ему все возможности продуктивной работы. Важно научить сотрудников правоохранительных органов вести открытый диалог с людьми. Заметным шагом на пути к оптимизации работы стражей порядка стало оснащение патрульной полиции планшетами, видеорегистраторами и терминалами. Это сокращает время, составление протоколов позволяет на месте оплатить штрафы. Разработаны поправки в закон о дорожном движении, исключающие необходимость водителям иметь при себе несколько документов, водительские удостоверения, техпаспорт, страховой полис и другие. Контроль за наличием этих документов будет осуществляться посредством ведомственных информационных систем. При поддержке акимов развивается система видеоконтроля, в том числе интеллектуальных систем надзора за дорожным движением. Сегодня в стране функционирует около 230 тысяч видеокамер, с помощью которых ежегодно раскрывается более 5 тысяч преступлений и выявляется до 400 тысяч административных правонарушений. Расследование уголовных дел поэтапно переводится в электронный формат. В госуслуги также доступны в электронном виде. Жанель Бесимбаева при содействии пресс-службы областного департамента полиции. Преподавателей вузов освободят от бумажной волокиты. С нового учебного года исключили 11 форм документов строгой отчетности. Об этом стало известно на аппаратном совещании Министерства образования и науки страны, которое транслировалось на официальном аккаунте ведомства в Facebook. Требования по ведению нормативных документов полностью пересмотрели для снижения нагрузки на педагогов. Стоит отметить, ранее в ведомстве отменили бумажные зачетные книжки. Сейчас в информационной системе вузов страны ведется история учебных достижений студентов, магистрантов и докторантов, которые отображаются в транскрипте. Все эти 11 форм документов отныне не являются документами строгой отчетности. Теперь руководство каждого вуза самостоятельно определяет, каковы формы заполнения и хранения этих документов. Работа должна вестись в информационной системе вузов. Хоть это и управленческая свобода вузов, но все же рекомендуем вузам минимизировать отчетность. Презентация книги «Кельбет» прошла в Петропавловске. Она о жизни и творчестве нашего земляка, классика казахской литературы Сабита Муканова. Автором выступил известный писатель Кулбек Ергабек. На творческую встречу пришли североказахстанцы, которым довелось пообщаться с общественным деятелем. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения Сабита Муканова. Этой дате и посвятили книгу. В ней рассказывается о творчестве писателя, о его автобиографии. Всю сознательную жизнь автор Кулбек Ергубеков посвятил исследованию литературного наследия Сабита Муканова. В своем произведении «Кельбет» он постарался передать черты характера и раскрыть личность писателя. Кандидат философских наук Заркын Ташибай считает, что это ценный труд, который должен знать каждый. Автор Кулбек Ергубек. Он не упускает самые маленькие детали. А маленькие детали обычно дополняют психологический портрет человека, его творческую биографию. Кульмаш Телегенова – ветеран педагогического труда. Ей довелось встретиться с великим писателем Сабитом Мукановым. Помнит каждое наставление, которое дал ей классик казахской литературы. Всех их она передала своим ученикам. Презентацию книги о нашем земляке она не могла пропустить. В школе я часто слышала о Сабите Муканове. Мы читали его произведения, которые затрагивали душу и плакали. Благодаря его книгам я многому смогла научиться. Желающие могут ознакомиться с книгой «Кельбет» в областной библиотеке, которая носит имя общественного деятеля. Анастасия Стертак, Рустам Тлеужанов, новости МТРК. Тысячи компаний и миллионы сотрудников – это реальность нашего времени. Но мало кто задумывается об экономичном расходе ресурсов и сортировке отходов на рабочем месте. Как результат, люди наносят большой урон экологии. Для решения данной проблемы стартовал республиканский конкурс «Зеленый офис». Подробнее о нем расскажет наш корреспондент. Конкурс проводится по 10 номинациям. Каждая организация борется за приз только в своей сфере деятельности. Сегодня специалисты из столицы провели тренинг для североказахстанцев, заинтересованных в проблемах экологии. Рассказали о принципах экодвижения и насколько важно их придерживаться.
Установили на базе сельской школы сенсорный экран, который позволяет в сутки экономить 300 литров воды. У обучающихся там всего лишь 200 учеников. Соответственно, вот можете считать, что если каждый офис будет этим заниматься, то я думаю, что большая лепта будет в целом в развитии темы окружающей среды. Айтекан Калгаева представляет сферу бизнеса. Она владеет ресторанно-гостиничным комплексом. Говорит, с момента открытия приучает сотрудников к сортировке отходов, экономии ресурсов. Решила принять участие в конкурсе не ради победы, а для получения ценных знаний, которые применит в работе. Когда мы открылись с нашим соседом, заключили договор между нашим товариществом и физическим лицом. Он завел хозяйство. И все наши пищевые отходы, вплоть до бульона, он забирает. Это получается, я поддерживаю наших соседей развивать свой бизнес. Пока только два североказахстанца принимают участие в зеленом офисе. В прошлом году их было трое. Мало конкурсантов предполагают организаторы из-за слабой осведомленности о проекте. Труд активистов отмечают сертификатами и специальными знаками. Они показывают, что в данной организации придерживаются зеленой политики и беспокоятся об окружающей среде. Прием заявок продлится до 30 сентября. Принять участие могут организации всех сфер деятельности. Итоги подведут в октябре. Айгерим Муканова, Газбек Аргбаев, новости МТРК. На этом все. Смотрите МТРК, будьте всегда в курсе событий. До свидания.